тренер об игре. Результат 4-1. Что получилось сегодня? Как игра? Ну, достаточно сложный матч. Начался так, что вроде как осторожно, но соперник предложил свою игру длинными мячами. Скажем так, что и первый тайм создали достаточно много моментов. Организованно атаковали, но при этом соперник очень напрягал своими действиями, именно вот это, с длинными мячами. Ну, второй тайм уже так все расставил как бы на свои места. Тут уже и преимущество, и владение, и забитые голы, хорошие голы. Ну, как бы на этом матч и закончился. Хотелось кончить игра на поле. Ну, это спортивный принцип. Эта игра должна заканчиваться на поле. Я не хочу и не буду комментировать, что и как, но матч должен был быть закончен. Ну, наверное, так, я думаю. Да. Ar yra tekę matyti tokių epizodų savo karjeroje kaip trenerio? Вы видели это, такие эпизоды на своей карьере как тренеры? Я видел, но они заканчивались, и матч продолжался. Бывает на горячность болельщиков и прочее, но есть люди, которые специально приглашены на матч, которые обслуживают этот матч, которые именно сохраняют это спокойствие на трибунах. Да, мы понимаем, что фанатские движения, это все хорошо, и мы благодарны своим фанатам, они нас всегда поддерживают везде и всюду. Да. Но так как на стадионе не было кому предотвратить это. Игроки пытались это сделать, но это не дело игроков. Игрокам нужно работать на поле, играть, доставлять удовольствие непосредственно болельщикам. А здесь я все-таки ожидал, что матч продлится.